Раз, два, три. Раз, два, три. Проверяю звук микрофона. Всем привет. Начну это видео именно вот с этой вот картинки, с этим видео, потому что я записываю в данный момент видео именно на этот микрофон. И как он записывает, то есть про него я сделаю краткий обзор. Кто захочет послушать качество звука, ну, посмотрит вот это видео. Все, друзья. Значит, пролетели у нас... Кстати, по поводу этого микрофона. Сейчас хочу тут кое-что сказать сразу. Мне сейчас не посмотреть. Можно если только вот так сделать. Короче, в настройках он не отображается. Он отображается как наушники и в Movavi. Movavi, мне сейчас я на нее записываю, скрин Movavi, программу, да, захвата видео. Там обычно можно переключить вот здесь внизу микрофон внешний, то есть либо встроенный в ноутбук колонки, ну, микрофон, либо подключенный. В данный момент у меня подключен этот микрофон, но он не отображается почему-то. И здесь тоже начать тест, ничего не происходит. Поэтому я вообще не уверен, что происходит, ну, звук записывается на именно на микрофон. Но судя вот так я раз, два, три, как бы, ну, вот так вот по индикатору, поэтому хотя бы вроде бы записывается звук на него. Ну, короче, вот такая ерунда. Микрофон дешевый, вот, поэтому фиг его знает. Посмотрим, короче, как он запишет это видео, звук, вернее. Значит, пролетели у нас, друзья. Как это называется, 11.11, правильно было назвать, распродажа с 11 по 13 число. И я скажу, что я купил. Значит, ну, всем интересно, кто же что успел купить. Я поделюсь просто своим, в этом видео, своим, так сказать, опытом покупок. Ну, вот, потому что кто-то не верит, что есть распродажи, есть такие люди. Распродажи есть, но они как бы, короче... Ну, давайте все по порядку, значит. Смотрите, в видео я купил вот такой вот аккумулятор. Про него я сделаю обзор отдельно, и у меня вот тут рядом лежит на столе. Просто, чтобы вы видели цену, 1385. Так он стоит 3500, но в других магазинах за 3 можно найти. Так, поехали дальше. На Алиэкспрессе я купил перчатки. У нас вот на днях было холодно в Питере, у меня руки замерзли. И это меня сподвинуло на поиск перчаток. И на Алиэкспрессе я нашел вот такие перчатки. Да, тут они стоят 1000, мне они обошлись 500 рублей, потому что было, как естественно, вот это 11.11 распродажа на Алиэкспресс, тут была цена 800, то есть они всего на 200 рублей стоили дешевле. Ну, у меня, естественно, на Алиэкспрессе я без промокода ничего не покупаю. Я применил промокод на 450 рублей. И, короче, ну, они мне в 500 рублей обошлись. Надо сказать, что продавец мне их до сих пор не выслал. Обещал сегодня выслать. Вот. По поводу с размерами тут, конечно, ну, вот, я сначала заказал 11, тут у него есть размерная сетка, но потом с ним списался, он мне посоветовал взять 12. Ну, не знаю, короче, когда они приедут, сделаю на них обзор. Они, перчатки из оленей кожи с шерстяной подкладкой, вроде как теплые. Люди пока его мало купили, всего 21 отзыв, я как бы рискую, но судя по качеству, которое я вижу, действительно, перчатки неплохие. За 500 рублей из натуральной кожи из оленей, в общем, такие не купите, это точно. Значит, посмотрим, что придут, сделаю на них обзор. Поехали дальше на Озон теперь. Значит, вчера на Озоне, очень интересно, кстати, про Озон поговорить вообще. Просто получилось так, что вчера, ну, как и сегодня, сейчас на самом деле у нас, я снимаю это видео в 3 часа ночи, сейчас 4, ну, почти 4 часа можно посмотреть, вон тут внизу в углу, да, 3:39. Вчера я проснулся также от того, что у меня плечо болит, просто долго спать не могу. От боли просыпаюсь, и вот вчера, ну, такой случай, я в этом видео говорю, я купил, проснулся и купил, значит, я смартфон Samsung за 7000 рублей, который стоит везде 12, ну, 10, короче, в лучшем случае.
Вот чего я заметил, на Озоне они выкладывают товары, короче, ночью. Вот такие вот товары. И они очень быстро раскупаются, и ближе уже к утру цена растет. То есть либо их вообще раскупают, либо ближе к утру цена вырастает постепенно. Вот что я заметил. Поэтому тут, короче, если вы хотите следующую распродажу, а она будет, я сейчас про это тоже расскажу, купить что-то на Озоне со скидкой, то придется, наверное, караулить это ночью делать все. Так. Вот, кстати, следующая, видите, Черная пятница будет. И тут уже они выложили товары, которые будут стоить 26-28 ноября. Вот. Пока за 14, видите, смартфон. Телевизор за 8,32. Ноутбук за 12. Лего, короче, за 890. В общем, будет что купить. Я думаю, помимо этих товаров, тут будет еще что-то интересное. Так, и, значит, купил я кеды, которые, кстати, продавались на Озоне за 1000. Но я не уверен, что именно вот эти модель продавалась, потому что их быстро раскупили, я не успел. Вот, они, так как они все похожие друг на друга, вот эти вот кеды, их там, ну, кто знает, Adidas, их там несколько моделей, они отличаются. Ну, материал разный, короче. Чуть-чуть расцветка, ну, тут полоски, да, по-другому сделаны, но так, с виду они похожи, короче. Вот. И я купил вот за 2000, хватило вот эти вот. И Сиус, как они тут, видите, ну вот название, короче, вот. Тоже нахватил их, надо сказать, последние уже, там их оставалось две штуки, что ли. Короче, нахватил за две, ну за две нормально, короче. Но имейте в виду, продавали и за 1000. А на вот эти же кеды, на сайте Adidas я посмотрел, 4000 они стоят. Значит, тоже когда придут, это все придет мне 17-го, по-моему, числа. Все покажу, что пришло. Сделаю обзор. Так, и где у меня еще один товар. Вот. Видите, распродано за 1500. Пылесос BQ VS14. Зачем купил, я его не знаю. Просто потому что дешево. Знаете, вот стадное чувство, смотрю, что дешево. И купил, короче. Так он стоит 3500. Ну, в районе 3 он стоит, короче. Купил за 1500, может, кому-то в подарок. Но я сделаю на него обзор. И просто, если он даже кому-то в подарок будет не нужен, я его просто за эту же сумму на Авито продам. Вот. Поэтому просто мне пылесос не нужен. У меня есть Bosch, которому уже лет 15, и он отлично работает. Но вот заодно сравню его с Bosch. Посмотрим, что это за пылесос такой. Короче, вот такие вот дела, друзья. Вот мои покупки. Здесь на самом деле было гораздо больше товаров, которые мне были интересны. Я хотел их купить, но, к сожалению, я не успел. Тут надо караулить ночью, сидеть всю ночь. Вот. И раскупают довольно-таки все быстро. Поэтому 26-28 ноября будет еще одна распродажа Черной пятницы, где надо будет тоже сидеть и караулить. Вот. Озон хорошие делают скидки на некоторые товары. Это надо признать. Кстати, вот тут, видите, можно купить до сих пор скидка 2600 на Mi Band. Вот этот вот часы. Но я посмотрел, я хотел купить, но посмотрел, что они без NFC. Поэтому я их и не стал покупать. Были бы с NFC, можно было бы походить. А так у них есть даже водозащита там. Короче, и AMOLED-экран, и мерит кислород даже. Не знаю, правда, зачем он нужен, но тем не менее он есть. И 2600 нормальная цена. Но NFC нету, к сожалению. Так. Ну, в общем-то, наверное, я и все рассказал, да, друзья. Ни один из этих покупок, то, что я заказал, еще мне не пришло. Хотя здесь я мог заказать, тут доставка была экспресс за час, тот же телефон, но я что-то, короче, не стал заказывать, потому что там было написано, что большая загрузка. Я подумал, что я буду сейчас курьеров нагружать, сидеть, ждать целый день, пока он там ко мне придет. Я лучше дождусь, что-то 2 дня потерплю, дождусь, сам схожу до пункта выдачи, да заберу все. Сразу заберу три заказа. В общем, один фиг это лучше на Озоне заказывать, чем и ждать там день, два, три, чем покупать на Алиэкспрессе.
Без гарантии, без всякой, и ждать месяц, короче. Вот мне вот перчатки до сих пор, уже 3 дня прошло, до сих пор высылает. Ну, написал, что сегодня вышлет, посмотрим. Когда он мне вышлет, и вот видите, что плохо, если размер не подойдет, то тоже, к сожалению, что с ними делать, то непонятно будет. В общем, друзья, ну вот, что ж, вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал, будет все про это, то, что я сейчас показывал, отдельное видео, обзоры на это все, то, что я купил. Ну, на этом все, друзья. Всем спасибо за внимание, всем пока. И да, ссылки на Озон, промокоды кидаю под видео в описании, как всегда, по традиции оставляю. Все на этом. Всем спасибо за внимание, всем пока.